Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, мы продолжаем играть в Hustle Castle, и сегодня посмотрим последнее обновление, 1.3, точнее 1.3.1. Итак, дорогие друзья, в следующих крупных обновлениях мы планируем постепенно открыть доступ к клановым битвам, зачарованию предметов, совместным боям и другим новшествам, а пока мы их дорабатываем и тестируем, предлагаем вам ознакомиться с небольшими обновлениями. Давайте посмотрим, мы улучшили некоторые заклинания, добавили им новые уровни, сбалансировали защитные сооружения. Рекомендуем прочитать описание и ознакомиться с новыми значениями. В информации предмета появилась новая кнопка, которая позволит показать его в чате. Теперь вы можете похвастаться перед другими игроками вашими предметами или обсудить характеристики, не выходя из игры. Теперь, если игрок суммарно проводит в игре больше 6 часов за сутки, его замок становится доступен для нападения на протяжении последующих 24 часов. Даже если игрок находится в игре в момент нападения, мы очень рады, что вы готовы проводить в нашей игре так много времени, но некоторые игроки делают это специально ради корыстных целей. Мы хотим изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Мы ввели в игру два новых трофея, и оба они доступны для получения на арене. Только лучшие из лучших будут достойны этих наград, чтобы с гордостью выставить их у себя в замке. Так, теперь можно узнать, кто же из ваших бойцов самый сильный, самый живучий, самый удачливый. По завершению боя стала доступна расширенная статистика. Мы старались сделать ее максимально простой для понимания и в то же время вывести действительно полезную информацию. Анализируйте бои на здоровье, меняйте тактики и побеждайте. Итак, друзья, из того, что я заметил, заметил в клановом чате информацию о том, что если кто-то из ваших сокланов занял какое-то место на турнире, то она здесь пишется, вот здесь можно все это посмотреть, все это в клановый чат пишется автоматом. Также то, что нам писали по поводу одежды, так, не сюда зашел, вот сюда можно посмотреть, вот этой кнопочкой вы можете нажать, нажмите здесь, чтобы добавить комментарий к предмету, ну и отправить в клан-чат, либо в общий чат. Пожалуйста, все это, да, можно сделать. Следующее, что, на что я обратил внимание, поменялся здесь дизайн. Как вы помните, здесь у нас все было в таком в азиатском стиле. На мосту там всякие хлопушки стояли и прочее. Чепушня такая, вот ее сейчас убрали. Ну, это маленькие изменения для того, чтобы поразвести новое такое обновление. Здесь закрыли остров. Остров. А теперь он, видите, в моменте конструирования находится. Да, помните, здесь у нас был праздник весны. К сожалению, сейчас его закрыли. Но, видимо, какой-то готовится новый праздник. Не знаю уж, какой там может быть праздник. В ближайшее время я что-то праздников таких вот прям больших не знаю. Далее. Следующее. Давайте мы с вами сейчас проведем один бой. Для чего? Сейчас узнаете. Давайте идем быстренько проводим вот со вторжением. Нас, собственно, не сам бой будет интересовать, а именно результаты боя. И я так понимаю, что нововведения будут касаться именно результатов боя. Сейчас мы все это с вами посмотрим. Ну, бой проходит по стандартным, по всем критериям и параметрам. Тут я ничего нового не вижу. Да, кстати, обратите внимание, вернули старое начертание пиктограмм заклинаний. То есть во время того, как был у нас праздник весны, они были в таком, опять же, в азиатском стиле, сделаны под драконов и прочее, сейчас этого нет. Появилась вот такая вот кнопочка, друзья, здесь мы можем посмотреть подробности битвы. Не знаю, честно говоря, для чего это может помочь, ну, наверное, какую-то аналитику непосредственно для вас, для того, чтобы понять, насколько эффективно борется ваш отряд, может вам и дать. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот такой вопросительный знак, который пишет, точнее, дает подсказку того, что нам нужно посмотреть, да, то есть у нас здесь есть физический урон нашего отряда и противников, на наших здесь не особо видно, будем, наверное, на противники смотреть, вот, то есть вот, вот этот вот скелетик нанес физический урон 1628, 7%, я так понимаю, от общего урона нанесенного, может быть, физического, может быть, общего, ну, я не знаю. Дальше, магический урон, синенький, да, соответственно, магический урон у них вообще не был никем нанесен. В их отряде у них было 5 человек, я так понимаю, да? Нет, 6, вот, был
нанесен магический урон. 33%. Кстати, вот можно посмотреть. Смотрите, 33% магический урон. И значит, мы сделать можем отсюда вывод, что если здесь 33%, больше никто магического урона не наносил, значит, вот эти вот проценты идут именно от общего числа урона, нанесенного врагам. О, какую штуку мы с вами нашли. Дальше. Получено физического урона, ну и магического урона. Вот здесь вот можно посмотреть, сколько они получили, да, соответственно, видимо, в процентах ровно то же самое. И того урона, которого больше, отмечается опять в процентах. Ну, я так думаю, что, наверное, судя 26, 17, 10, 16, 20, то это, наверное, от общего числа полученного урона. Окей, друзья, давайте двигаться дальше. Значит, физический и магический урон мы с вами посмотрели. Исцеление. Кто у них там хилился? Хилиться пытались хилиться вот этого деятеля. И вот этот деятель, вот он, хилился. Дальше. Следующие значки интересные. Количество уворотов. Вот у этого бойца было 2 уворота. У этого 1. Количество критов 2. 2. Последний удар. Это, то есть, удар, который убили противника. Я так понимаю, ну, соответственно, у них не было, у нас вот там вот было у кого-то 2, там у кого-то еще сколько-то. Воскрешений не было ни у той, ни у другой стороны, насколько я понимаю, хотя у нас маги на воскрешение заточенные, но... А нет, вот было здесь одно воскрешение, смотрите, вру, одно воскрешение было. Было одно воскрешение. Так, и отлично. Здесь мы все посмотрели с вами. Давайте смотреть, что у нас есть еще дальше. Возвращаемся с вами домой. Посмотрим, может быть, появились еще какие-то новинки. Что-то, может быть, есть в плане комнат. Или, может быть, заклинаний. Или еще что-нибудь такого. Сейчас мы посмотрим. Так, давайте смотрим с вами по поводу родов. Нет, здесь все стандартно. Отлично. Смотрим с вами заклинания. Готовить. Ну, здесь тоже все стандартно. Вот, как я вам говорил, перерисовали их, да? Так как было до весеннего праздника. Отлично. Готовы заклинания. Здесь все стандартно. Если у вас какие-то замечания, какие-то свои наблюдения есть, какие-то еще нововведения есть, которые появились в игре, то, пожалуйста, напишите, потому что я, честно говоря, больше ничего не вижу. Даже питомцев новых никаких не появилось. Все как было, так и осталось. За сим, наверное, все. Будем прощаться. Приходите еще, будет много всего интересного. Всем пока-пока.